Всем привет, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу вместе с вами распаковать аромат. Данный парфюм находился в моем виш-листе. Я делилась своими впечатлениями, я сносила небольшой сэмпл, я влюбилась в этот аромат. И сейчас я вам расскажу, что это за парфюм. И не только расскажу, а еще и покажу. Аромат от Xerjoff Аполлония. Скажу вам честно, я недолго думала, нужен ли мне флакон, настолько меня покорил этот аромат. Понравился он мне, знаете, чем? Тем, что этот аромат, ну, во-первых, мне абсолютно не свойственный. То есть этот парфюм сначала меня удивил, потом мне показалось, что это очень необычно для меня звучит, потому что таких ароматов у меня нет в моем парфюм-гардеробе. Может быть, плюс-минус что-то в направлении есть, но этого очень мало. Но мне очень понравился, как на мне сидит этот аромат. Мне понравилось, мне было с ним комфортно, в нем комфортно. Я носила его, ну, наверное, неделю, ну, сколько там, маленький сэмпл. Да, где-то недельку я его поносила и приняла решение, что все-таки мне нужен полноразмерный флакон. Заказала я 50 мл. Заказывала я на сайте Rendezvous, оставлю обязательно на него ссылку. Оставлю свой промокод, который позволит вам сэкономить 10%. Если вы вдруг решите что-то приобретать в магазине, то обязательно не забывайте про мой промокод. Я попала как раз на очень хорошие скидки на данный бренд, поэтому я от радости заказала сразу несколько. Ну, о других ароматах я вам расскажу в следующих видео. А сегодня мы поговорим об аромате Аполлония. Давайте будем распаковывать аромат, мне уже не терпится, я флакон видела только на картинке, но он необыкновенно красивый, поэтому мне уже хочется его подержать в руках. Интересно, какого цвета будет коробка. Кстати, сам аромат, он входит в линейку Shooting Stars. У данного бренда же несколько линеек, вот, например, аромат Elle входит в другую линейку, более дорогую, по-моему, да, ароматы делятся еще и по ценовой категории. Коробка сиреневого цвета, красивая, а пахнет как? Пахнет кожей. Давайте открывать, самый такой приятный момент. Внутри, конечно, очень все красиво, и вот этот момент, когда мы открываем вот этот бархат тоненький, и здесь вы посмотрите, боже мой! Вы посмотрите, это просто невероятно. В прошлой коробочке подложка была шелковая, а здесь все кожаное. Ну, я, наверное, думаю, это кожзам все-таки. Так интересно. На флакон невозможно налюбоваться. И посмотрите поближе, посмотрите сочетание серебра и золота. Как это красиво, боже мой. Это очень красиво, особенно вот так вживую. Я видела этот флакон на картинке, но поверьте мне, вживую это намного эффектнее смотрится. Итальянцы, конечно, умеют произвести впечатление, и я падка на такие вещи, но знаете что, парфюмерное содержимое этого флакона не менее прекрасно. Аромат, кстати, относительно новый, аромат 2019 года, и его относят к цветочной группе. Если бы меня спросили, я бы сказала, что это для меня это больше мускусно-пудрово-цветочный аромат, вот так. То есть цветочность здесь для меня вторична. Слушайте, ребята, а он оказывается прозрачный. Я думала, что он полностью серебристый. Вот, может быть, вам видно. Смотрите, там даже жидкость видна. А он оказывается с такими потертостями, и он прозрачный. Ой, как это красиво. Это прекрасно. Это прекрасно. Ладно, потом более подробно рассмотрю. Что касается самого аромата, давайте его наносить. Он немножко, знаете, когда его наносишь, немножко остаются такие маслянистые следы. Я, наверное, блотер его тоже нанесу. И он звучит с блотера немного по-другому. То есть с бумаги он звучит по-другому, более отстраненно так. Конечно, когда он начинает раскрываться на коже, он во всей своей красе. Несмотря на то, что здесь всего три ноты, здесь заявлены белые цветы, корень ириса и мускус. Первое, что вы услышите, вот первый пшик, первое нанесение – и для меня это было, знаете, какое впечатление, что это очень холодный аромат. Я услышала в нем стерильный медицинский кабинет. Да, вот эти медицинские ноты здесь есть на старте. Так, я нанесу еще немножко на волосы. Я не боюсь с ним переборщить, потому что я его носила. Я уже знаю, как садится этот аромат.
Он, конечно, стойкий, но у него звучание такое очень благородное, очень деликатное. Мне вообще нравится его утонченность, это что-то невероятное. Если бы я его описывала в двух словах, я бы сказала, что это запах снежной королевы. Вот так бы могла пахнуть снежная королева. Настолько он звонкий, настолько он какой-то аристократичный, утонченный парфюм. Знаете, что мне понравилось в нем больше всего? Вот эта его белоцветочность, которая здесь спрятана. Сначала кажется, что аромат стартует мускусом и стартует таким холодным ирисом. Но потом, вот на блотере этого нет. Он есть, вот этот запах цветов белоцветочных, кремовых цветов, есть на коже. Не знаю, может быть, не на всех, может быть, на холодной коже раскроется по-другому этот аромат, не будет этой белоцветочности, потому что я читала в комментариях, что многие его описывают как просто очень холодный мускус. Может быть, мускус на самом деле такая нота очень капризная, поэтому надо слушать, пробовать аромат на себе. Но я от него просто была в восторге. Вначале, когда я его нанесла, я даже немного не поняла. Я помню, ходила, спрашивала у своих близких, чем пахнет, и меня удивило, что все слышали эти белые цветы, а я их не слышала. И через какое-то время я эту красоту почувствовала. И здесь именно, знаете, не такие белые цветы, это не туберозы, это не сладкие, я даже не знаю, это какие-то абстрактные цветы. Это как будто бы тоненькие беленькие лепестки, таких очень свеженьких цветов, вот хочется сказать, свежих. Как будто бы немножко зелени здесь присутствует. В общем, аромат очень классный. Он очень чистый, он очень нежный, он очень притягивающий к себе. Я когда сносила вот этот сэмпл, мне захотелось приобрести флакон, потому что мне понравилось, как сидит на мне этот аромат. Мне в нем очень комфортно. Я носила его каждый день, это не какой-то для меня аромат на особый случай. Это может быть, знаете, я вот, кстати, по поводу шлейфа его не знаю. Я не знаю, как он будет шлифить, потому что я не могла это проверить, там маленькие пшики. Если я им сегодня обольюсь с ног до головы, сделаю хотя бы пшиков 5 и проверю. Проверю, как на него будут реагировать окружающие. Что касается схожести его с Родригесом, его сравнивают с нарцисса Родригес с черным кирпичиком, для меня они похожи, но Родригес на мне не садится. Родригес на мне звучит очень грубо, я бы даже сказала мускулинно, я не могу его носить, хотя я отмечала, что на него реагирует тоже вот у меня Дима, допустим, он сразу спрашивает, чем от тебя так вкусно пахнет, он на нарциссовский мускус реагирует, на розовенький мой кирпичик реагирует, на черный у меня был небольшой отливантик, но мне в нем некомфортно, вот если розовый флёр маски я могу носить, то черный я не могу, хотя его описывают как очень сексуальный аромат, очень такой манки там и так далее. Этот похож по направлению точно. Когда вы наносите первый пшик, первая ассоциация, вы услышите эту схожесть, но ее невозможно не заметить. Вот этот мускус и в сочетании с чем-то таким пудровым, таким холодным. Но в раскрытии, повторюсь, аромат другой. В раскрытии очень красивые вот эти утонченные цветы. Они невероятные, просто действительно очень приятно пахнет, это очень приятно. Я могу сказать так, что по ощущениям, вот мне кажется, что этот аромат сделан очень хорошо. То есть в плане вот, как аромат раскрывается, в нем нет каких-то лишних нот, в нем нет резкости. Он очень мягко вас окутывает. И кажется, что мускус этот очень пушистый, несмотря на то, что есть впечатление, что аромат холодный. Все же это прохлада такая, но она мягкая. Вы знаете, я сейчас от волос вообще вот слышу от себя этот аромат, и мне кажется, что это такая в меру сладкая пудрочка. Даже вот она, не сладкая, может быть, немножко сладковатая. Этот аромат понравится людям, которые не любят сладкое направление. Это вот как раз для тех людей, кто любит более строгие ароматы, более такие отстраненные ароматы. Да, здесь вот эта белоцветочность, она придает мягкости, но все-таки это прохладный мускус. В сочетании вот с этими необыкновенными, я не знаю, не хочу повторяться цветочными, но пусть это будут какие-то белые лепестки, слегка даже как будто бы молочные. Я слышу эту кремовость, молочность в этом аромате, мне это очень нравится, но здесь она такая умеренная, что она как будто бы, знаете, вы пытаетесь ее поймать, но она как будто бы неуловимая. И я первые дни, когда носила этот парфюм, я просто ходила, уткнувшись носом. Я тоже делилась с вами в Телеграм.
уткнувшись носом в запястье, потому что мне казалось, что ну, это очень красиво звучит. Аромат прекрасный. Я все время думаю о том, что когда закончатся вот эти удивления в парфюмерии. Все-таки очень много сейчас того, что вторично, и ароматы многие похожи друг на друга. Да, наверное, можно сказать и про этот аромат, про Аполлонию, что действительно есть и похоже на него, его сравнивают, если вы посмотрите на фрагрантики там, со многими другими ароматами. Но я могу сказать так, что для меня он индивидуален, потому что в нем я нашла вот те самые эмоции, вот те самые впечатления, которые мне, допустим, которые я не нашла в том же Родригесе, да, или я не нашла в каком-то другом аромате, похожий на этот, в другом каком-то, в какой-то другой холодной пудре. Именно этот произвел на меня впечатление. Парфюмерия — это же такая целостная история, да, это все, это наше настроение, это от оформления до эмоций, поэтому я могу сказать про себя, что мне этот аромат очень понравился. Я от души советую вам с ним познакомиться, особенно тем, у кого горячая кожа, у кого схожи со мной вкусы. Я представляю этот аромат на уверенной в себе девушке, которая знает, чего она хочет в этой жизни. Конечно, это оформление, это нечто. Это нечто. Вообще, даже вот эта крышка, знаете, как вот все сделано. Внутри, кстати, там аббревиатура бренда, и здесь аббревиатура бренда. Ну все, я довольна. Ну что, дорогие друзья, буду закругляться. Давайте встретимся в комментариях, как всегда. Напишите, у кого есть этот парфюм, свои впечатления, потому что это мои ассоциации, это я так чувствую этот аромат. Но будет очень полезно другим почитать, как вы чувствуете этот парфюм и совпадает ли у нас с вами впечатление. Вы знаете, я всегда отвечаю на комментарии, мне вообще, в принципе, интересно с вами общаться и в Telegram, и здесь в YouTube, поэтому давайте встретимся там. Ну а я с вами прощаюсь, я вам, как всегда, желаю всего только самого доброго. Если вам понравилось видео, не забывайте поставить пальчик вверх, не забывайте подписываться на канал. Ну и мы скоро увидимся. Пока-пока!